Приветствую вас. Ну, надо сказать, что зависимость от кредитов не бывает просто так. То есть тот факт, что вы зависимы от кредитов, говорит о том, что кредиты вам что-то дают. С одной стороны, и с другой стороны, в какой-то степени это свидетельствует о том, как вы относитесь к себе. Давайте определимся. Кредиты – это неумение. Ваше неумение по факту жить по средствам. То есть тот факт, что вы берете кредит, говорит о том, что вы не умеете жить посредством. Вы не умеете говорить себе нет. Вы не умеете принимать какие-то ограничения. Вот. Какие-то ограничения присутствуют, да, какие-то ограничения есть, но вы их не принимаете, судя по всему. О чем, собственно, и свидетельствует то, что вы делаете. Таким образом, несложно догадаться, в целом несложно догадаться, что речь идет о личных границах. То есть дело все в личных, ваших личных границах. Вот. Именно личные границы здесь являются основной проблемой. Вот, собственно, то, что нужно. И понятно, что есть некая потребность, которую вы реализуете через кредиты эту потребность, что важно, необходимо осознать эту потребность, необходимо видеть, потому что, ну, если вы не будете ее видеть, то могут быть достаточно серьезные трудности у вас, вот. Но просто вам хочу сказать, что любая зависимость в сути своей – это потребность. Вы что-то получаете от кредита. А тот факт, что вы выбрали, именно вот выбрали, кредиту. Ну, то есть вот, что вам выбран именно такой вот способ. То есть я хочу сказать, что вот именно с помощью кредита вы реализуете свои желания. Это вот обусловлено вашим состоянием вашей личности. Вот. И, соответственно, с этого и нужно начинать. Вот с этих двух
двух важных моментов. И дальше уже смотреть. Дальше уже исследовать, что можно сделать, как вы к этому пришли. Ну, я рискну со своей стороны, да, я рискну предположить, что речь идет о компенсации неудовлетворенности с собой, своим состоянием, я так думаю. Вот. Ну и как следствие, через кредит вы пытаетесь это заглушить. Ну, не самый лучший расклад. Конечно. Если вы хотите ну, действительно свои проблемы решить. Вот. Так что нужно смотреть, в чем именно и как вы чувствуете свою неполноценность. И где-то вот там будет ответ на ваш вопрос. То есть это вот такая ситуация мне видится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи.